249. Ребята, всем привет. Фикс прайс. Ой, не фикс прайс, а этот one price, извиняюсь. А вот такие наборы свечей. Гляньте, какие красивые свечи. Есть в серебре, есть в золоте. 249, а вот эти вот 299. Они такие большие наборы. Вот эти вот красивые, покрасивее смотрятся. Знаете, такие по-праздничному. Да, скоро Новый год, друзья. Так, в золоте. Белые. Так, вот эти еще. Смотрим. Ну, понятное дело, здесь все одинаковые. Шапки, капюшоны. С этими. 159. Такая шапка. С блесками. А, кстати, цвета разные. 159 гривен, да, я сказал. Так, ну, понятное дело, ленты разные. По 29,90. Кому нужны парики, 59 гривен. Так, тут у нас вот такие рожки, рога по 100 гривен. Олени, то ли это лоси, санты, пингвины, дельфины для королевы, для принцессы. Так, вижу еще наборы вот таких в красном, 179. Знаете, какая красивая, поставить на рождественский стол или Новый год. 110 гривен. Так, вот такие в золоте, 249 набор. Тоже красиво смотрится. Ну, конечно, это блески, потом в руках будет... Ой, и вот эти классные, тоже 249, они уже идут с подставкой. Да, вот эти мне нравятся. Прикольные такие, месяц. А, все разные. Так, вот по 199, в серебре, 199 в золоте, с подставками. Интересные свечи. Свечка новогодняя, 199, и в золоте со снеговиком. Так, очень много выбора свечей, ребята. Вот Merry Christmas. Это стоит 199 тоже. Красивые. Так, эти наборы я показывал. Вот такие тройняшки. Маленькие. Маленькие тройняшки. Деды Морозы по 79. Так, вот такие отдельные свечи на подставке по 109. Так, свеча в виде тигряшки. Так, эти тоже наборы идут. Тут мы с вами все видели. Отдельные очки, вот здесь дешевле, чем в другом магазине, по 40 гривен. Разные-разные, и олени, и елки, и Merry Christmas. Классные, да, на новогоднюю ночь с этим. Вот эти тоже прикольные. 2022. Ребята, вот такая вот прикольная вот игрушки на елку, гляньте, светятся. Консультант подсказал мне по 140 гривен. Вообще классно идеально, знаете, так тоже на елку повесить. Они, кстати, все светятся. Здесь сверху кнопочка, нажимаете, отключаете и светятся. Все идут с этими, с кнопками. Ну, здесь просто светло и не так видно. А, да, если при приглушенном свете, оно будет очень красиво смотреться. Прикольные. Так, Merry Christmas. Но они все красивые, эти по 39. Так, домики. Прикольные, все красивые по-своему. Так, рождественские цветы, понятное дело, колокольчики. В разных тоже цветах, в разных размерах. И банты. Большой выбор всякого декора новогоднего. Здесь не такое, как у всех, ребята, потому что, ну, обошел все магазины и точно знаю, что в этом One Price немножко по-другому, под другие декоры. Гирлянды, те я видел, и звезда. 59 гривен бюджетно. Носки по 229. Вот такие вот огромные носочки. Дедом Морозом и с оленями. Или это лоси. Никогда не разберу. Олень, то ли лось. 229. Так, еще нашел вот такие мешки для подарков со снеговиками. Так, наборы игрушек. 199. Вот такие вот идут наборы. А в золоте. Упакованные. В пудровом цвете. Тоже набор. 199. И в бирюзе. Бирюза с белым. Понятное дело, мой цвет. Игрушки вот таких белых, в белом цвете Санта-Клаусом. Очень хорошо идет упаковка. Запаковано 179 вся упаковка. Гляньте, какой красивый набор в серебре. 199 гривен. Merry Christmas. Так, мне вот этот очень понравился. В таких, знаете, мимишных цветах Барби. 179,99. Так. Тоже разные, чуть побольше, это чуть поменьше размером идут. Гляньте, тоже вот эти вот матовые классные, как будто игрушки, игрушку порисовали, она треснула.
тоже красивые, 179. И вот эти. Ну, выбрать можно. И на маленькую, и на большую игрушку. Но вот этот кракелюр мне понравился, очень красивый. Так, опускаемся ниже. Здесь белые. Белые вот такие 6 штук, 129 гривен. Прикольные. Снежинки, олени. Так, пушистые по 79. Вот такие малюсенькие, гляньте, какие красивые. Для маленькой-маленькой елки по 109. Так, тоже разноцветные. Такие, знаете, в цвете Рождества. Так, и шишки, да? Точно шишки. Шишки. Игрушки новогодние. Тоже в золоте 109 гривен. Есть чуть подешевле. Вот эти по 49,90. 49, 39,90, 39,90 и 49,90. Чуть побольше вот такие 79,90 игрушки. Так, сейчас я одну вытяну, вам покажу, как они смотрятся. Вот такие, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6 разных цветов. Так, большие носки, прям такие огромные-огромные, ребята. Большущий размер, 89,90. То есть конфет можно насыпать 3 килограмма. Так, чуть поменьше, по 50 гривен носки. Вот такие по 70 идут. И чуть маленькие, поменьше, по 50 гривен. Так, вот такие наборы по 129. Чуть побольше тоже по 129 идут. 129 вот такой морковный набор. Ребята, говорю, чтобы немножко хоть музыку заглушить. А 169 вот в таких тубусах. Вот такие вот с перьями тоже. Я видел в этом в Ашане, кажется, да. 159 маленький набор и 109 вот такие три штуки. Так, бирюзовые цвета 149. Такие, сколько здесь? Большая коробочка, не маленькая. Так, вот такие в золоте 109,99. Так, и вот эти тоже интересные, такие, знаете, посыпанные бумагой. 79,90. Декор для украшения. Новогодний декор, можно сказать. Гляньте, какие разные красивые птицы. Так, а это кто? Кто это? Игрушки на елку. Оленята 129,90. Набор сердец 59,90. Вот такой набор 100 гривен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 игрушек. Так, опускаемся ниже. Здесь чуть побюджетнее. 39,90. Так, 49,90. Гляньте, какие классные. На маленькую елку 49,90. Так, вот эти 49,90 набор. Так, шишки. Набор шишек. 6 шишек 49,90. Так, снежинки. Снежинки. 1, 2, 3, 4, 6 штук. 30 гривен. В разных цветах, кстати, не идут, разные формы. И есть белые. В белом цвете. Ну, понятное дело, всякие сумки для подарков, для конфет. Все это, ребята, в one прайсе. Все, еще раз всех с праздниками, всем хорошего настроения.